Итак, поехали. Еще раз всем привет. Хочу поделиться с вами сегодня новинками нашего летнего каталога Дотерра. И часть новинок у нас уже, ну не то чтобы подходит к концу, но я советую не тянуть. Если вы хотели что-то получить, то не оставляйте на последний момент, когда действительно все закончится. И я надеюсь, меня видно, слышно. С чего хочется начать? Хочется начать, конечно же, с подарков. И в Дотерра мы знаем, что если мы выполняем заказ по программе лояльности до 15 числа, мы получаем подарок. И подарок в этот раз просто невероятный какой-то, белый грейпфрут. Я не знала, что у нас есть такое масло. И если грейпфрут обычный, он... какие-то в нем сладкие ноты, то вот здесь этот белый грейпфрут, мне кажется, какая-то смесь грейпфрута и помело. Я очень люблю вам помело. Просто замечательная бутылочка в коллекцию, хочется ее беречь. И прям тратить не хочется, но рука сама тянется. Итак, белый грейпфрут, это подарок, до 15 числа успевайте сформировать свои корзинки по программе лояльности. Но это еще не все. В течение всего месяца, если мы формируем либо заказ на 200 баллов, либо регистрация на 200 баллов, то мы получаем просто супер подарок. Это капсулы Serenity и смесь эфирных масел Serenity. У меня ее, к сожалению, нет, но... Я скажу так, у этой смеси аромат более лавандовый такой, но по своей силе, конечно же, эта смесь гораздо ярче, чем просто лаванда. Но за что я люблю эти капсулы и рекомендую их иметь? Во-первых, это капсулы с растительными компонентами. Это ромашка, это мелисса, дорогостоящая мелисса, это пассифлора. И, конечно же, лаванда, эфирное масло. И давайте посмотрим, как у нас выглядят эти капсулы. Вы смотрите, там прям видно, что плавает эфирное масло. В чем самая главная фишка этих капсул? Здесь содержится L-теанин. Это такой прародитель нашей гамма-аминомасляной кислоты, нейромедиатора, который носит свойства успокаивающие, но не тормозящие нашу нервную систему. Поэтому после Serenity, когда мы выпиваем капсулу на ночь или две капсулы, мне нравится выпивать две капсулы, потому что у меня очень подвижная нервная система, и одной капсулы мне просто недостаточно. Так вот, с утра мы не просыпаемся разбитыми какими-то, уставшими, как, например, если принимать на ночь мелатонин. То есть после мелатонина просто невозможно проснуться, ну и ничего хорошего нет, когда мы просто глушим мелатонин. Поэтому я очень рекомендую обратить внимание на эти капсулы. Более того, они сейчас идут в подарок. Еще раз, Serenity капсулы и смесь эфирных масел Serenity при заказе на 200 баллов. Ну что ж, идем дальше по... каталогу, я прям пройдусь непосредственно по нему, надеюсь, что вы меня будете видеть, а может быть и не будете, но я об этом не узнаю, потому что сейчас в прямом эфире никого у нас нет. Окей, начинаем с файбера. Итак, что такое файбер? Я понимаю, что каталог не все успевают прочитать, и... не совсем понятно, что там написано. Давайте буду говорить простым языком. Файбер – это клетчатка. Растворимая и нерастворимая. Зачем нам нужна клетчатка? Для того, чтобы, во-первых, кишечник хорошо работал, для того, чтобы у нас формировался правильный микробиом у нас в кишечнике, и для того, чтобы уровень глюкозы в крови был нормальным, нормализованным. И без волокон, в принципе, человек существовать не может, нормально не может существовать. И обратите внимание, сколько клетчатки различных видов в течение дня вы употребляете. Едите ли вы каждый день брокколи, различные семена, различные овощи, свежие и несвежие? Ну, скорее всего, нет. Темп жизни не позволяет, да и, в принципе, как-то, да, не очень прикольно есть каждый прием пищи, таз салата.
А нормальное количество овощей в день, ну, это вот прям 4-5 порций. То есть по граммажу, чтобы набрать нужное количество клетчатки, вам нужно есть зелени, овощей и фруктов, ну, примерно 800 граммов, а то и больше, да, для мужчин больше. Но кто ж так питается? Значит, что помогает нам делать файбер? Здесь очень мягкий порошок, конечно же, с эфирным маслом лимона. Вкус потрясающий, он немного сладковатый, но это нормально, потому что как раз-таки это и есть наши фруктоолигосахариды. Это наша растворимая клетчатка, очень мягкая. И, ну, он действительно очень приятный, можно добавить в какую-нибудь кашу, в какой-нибудь напиток свой. Как применять? Самое главное, небольшое количество жидкости размешиваем и с едой раз в день. А вот здесь вот у нас примерно, сейчас скажу, примерно 3 грамма клетчатки. Ну, да, примерно 4 даже грамма клетчатки. То есть, в принципе, если у вас питание нормальное, и вы пьете один пакетик в день, это хорошо, но не помешало бы даже 2 пить в течение дня. Так, ну, конечно же, без добавления каких-то искусственных ароматизаторов, подсластителей, без ГМО, без глютена, что очень важно, потому что сейчас очень у многих кишечники раздражены именно глютеном. Так что вот эту добавку я очень рекомендую и прям на постоянной основе. Цена у нее шикарная, так что обращаем внимание и кладем в корзиночки. Так, дальше идем, что у нас по программе. Так, ну давайте, наверное, коллаген. Хочется про коллаген рассказать. Кстати, вот он у меня тут, я еще не допила. Сразу давайте начнем с приема. С утра, пока еще не позавтракали, я еще не позавтракала, но я уже сделала тренировку. Лучше после тренировки, потому что, если вы тренируетесь, потому что если вы до тренировки употребляете, то, ну, как бы странно, тренировка – это катаболизм, это разрушение организма, а нам нужно войти в состояние анаболизма и восстановления. Анаболизм и восстановление происходит ночью. Ну, а если мы будем пить коллаген ночью, какие мы с утра выпьем, ой, встанем красивые, отечные. То есть выбирайте, что вам в приоритете. Отсутствие отечности или чтобы коллаген еще лучше стимулировал выработку вашего собственного коллагена. Что важно знать про этот продукт? Это не просто коллаген, это коллагеносодержащий продукт. Потому что он выполняет несколько функций. Ну, если говорить про коллаген, то это 9 типов коллагена для того, чтобы влиять на все наши структуры. И когда мы думаем, мыслим коллагеном, мы говорим о том, что вот сейчас я выпью, у меня там кожа станет там, сияющая, разглаженная. Но не забывайте про самое главное, про внутренние органы. Они тоже состоят из волокон коллагена. И особенно это важно, у кого раздраженный кишечник. Ну, без коллагена просто вы никогда не восстановите его. Поэтому обращаем внимание. И очень частое возражение: ой, он у вас столько стоит. Да, он у нас столько стоит. И честно, я думала, он будет стоить 1010, а он стоит всего лишь 7900. На месяц хватает этой упаковки. Но, значит, прямо вот касаемо сейчас темы коллагена. Я за свою жизнь перепила много коллагенов различных производителей, американских, российских. Я очень люблю все тестировать на себе, но у меня никогда не было такого эффекта, за который я готова платить любые деньги, если честно, потому что я ненавижу уколы. Я не хочу в себя вкалывать не пойми что, чтобы иметь потом еще сомнительный результат. Но когда я вижу, что питание изнутри происходит, когда я хочу трогать свою кожу, а не как раньше, то есть у меня с детства кожа очень плохая, очень тонкая и очень сухая. И понятно, тут, ну, это уже сейчас, обладая определенными знаниями и понимая, что это были серьезные дефициты, которые, ну, я никогда не восполняла из-за незнания, там, и еще по каким-то причинам, наверное, безответственности отношения к себе. Итак, что касается еще свойств этого коллагена. Это можно назвать бустером молодости, потому что здесь содержится такая молекула,
как NMN. Что она делает? Она, во-первых, активирует запуск, не активирует запуск, а активирует ген долголетия SIRT. И это очень важно, потому что когда мы хорошо себя чувствуем, у нас все получается, мы молоды, ну, как бы мы не обращаем на это внимания. А когда ты уже понимаешь, ага, так, мне уже там сложно похудеть, мне сложно как-то двигаться, ну, уже все не дается не так резво, как раньше. И вот тут ты понимаешь, а что же мне делать? Как мне спасаться? И вот это ответ. То есть на самом деле вещество NMN вы можете приобрести отдельно. Если вы хотите его изучить более глубоко, вы можете зайти на сайт nmn.com и ознакомиться с огромным количеством научной информации. Поэтому, значит, во-первых, это, я уже сказала, активация нашего гена долголетия, а во-вторых, это помощь нашим митохондриям, это защита от окислительного стресса. То есть просто дольше наши клетки остаются в нужном нам состоянии. И смотрите, когда у нас разрушаются митохондрии под воздействием свободных радикалов, то, опять же, вырабатываются новые свободные радикалы, и это вот просто как боулинг становится, то есть тело само себя разрушает. Это обязательно нужно тормозить. И вот именно за эти свойства хочется платить, хочется иметь этот продукт. Я очень счастлива, что он появился на российском рынке. И я вас прошу, попробуйте, потому что можно до бесконечности экономить, но не видеть результат. Что мы имеем? Деньги, спущенные в туалет. Здесь вы совершенно точно уже с первой пачки получите эффект. Но мы понимаем, что наши структуры разрушаются, то есть просто попить один раз и забыть навсегда нет. Хотя бы 2-3 месяца пропиваем, можно потом сделать перерыв, но кто заботится о себе прям конкретно, как я, просто на постоянной основе спокойно можно применять. Значит, какой вкус? Очень приятный, апельсиново-грейпфрутовый, и разводится в воде он очень быстро. Здесь вот плавают такие зеленые точки, это хлорофилл, что тоже очень круто. Конечно же, здесь есть небольшое количество эфирных масел, что тоже очень приятно. В общем, состав крутой, и здесь есть липосомальный витамин С. Без витамина С у нас выработка собственного коллагена никаким образом не происходит. Так, что еще сказать? На самом деле могу говорить еще много, но потом посмотрим. Ну, здесь еще, кстати, есть гиалуроновая кислота у нас, биотин. То есть все те вещества, которые нужны в первую очередь нам, девушкам, для красоты. Но не забываем про своих мужчин. У них тоже есть кожа, они тоже хотят выглядеть хорошо и оставаться молодыми. Поэтому берем на всю семью. Вот, кстати, коллаген-то 70 баллов. Две пачки коллагена, это у нас уже 140. Еще добираете какие-то маслицы из каталога и получаете подарок за 200 баллов. Так, идем дальше. Что у нас дальше в каталоге? Наверное, да, система MetaPower. Коротко по ней пройдусь. На самом деле хочется говорить про все очень подробно. Может быть, мы про это проговорим подробно, про каждый продукт отдельно. Позже, в других эфирах. Итак, Дотерра, MetaPower, Soft Gels. Возможно, кто-то уже знаком со смесью эфирных масел MetaPower, а это у нас грейпфрут, лимон, корица, имбирь и перечная мята. И вот этот бленд заключен в капсулке. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, поддерживать уровень сахара в крови, снижать аппетит. Ну и, в принципе, вот эта смесь очень хорошо поддерживает пищеварение. Я очень люблю всю эту линейку. MetaPower Soft Gels мы принимаем как раз-таки после еды, чтобы после еды нам через час не захотелось снова поесть, что-нибудь сладенького слизнуть. Следующая баночка такая чуть меньше. Это растительные капсулы. И самый главный компонент здесь – шелковица. Вот смотрите, растительный экстракт. Очень интересные капсулы у Дотерра. Просто отдельный вид искусства. Так, вот капсулка в капсулке, да, чтобы гарантированно все дошло куда нужно. И для чего нам нужен этот продукт? Мы его принимаем до еды один раз в день перед самым плотным приемом пищи.
Для чего? Для того, чтобы стабилизировать уровень, опять же, глюкозы, чтобы у нас не было резких скачков. И это очень важно для тех, кто хочет похудеть. И также это очень важно для тех, кто имеет проблемы, в принципе, с метаболизмом. Метаболический синдром, преддиабетное состояние, диабет, к сожалению, сейчас это не норма жизни, но встречается очень часто, да? И как можно понять, что все, метаболический синдром со мной? Посмотреть на свою окружность талии, да, и если, ну, мы видим, что там спасательный круг появился, если у нас пигментные пятна под мышками, да, вот где у нас сгибы все, под коленями, то я вам очень рекомендую прям бежать к врачу, если вы это игнорировали раньше, и, конечно же, сразу иметь систему MetaPower, потому что это супербезопасный, то есть здесь нет ни одного химического компонента. Абсолютно все природное и безопасное, изученное. Шелковица у нас как раз-таки и славится тем самым свойством снижать уровень сахара в крови. И когда мы всю эту линеечку берем вместе, мы понимаем, что мы себя поддерживаем со всех сторон. Что еще есть, то, что мне просто супер нравится, так, вот оно. MetaPower в гранулах. Я даже не ожидала, что этот продукт появится на нашем рынке. То есть это та же самая смесь MetaPower, но вот в таких маленьких горошинках. Так, мне тут куча прям нападала. Вот оно, смотрите. Так, так, как бы вам показать? Не знаю, как показать, она катается у меня. Ага, вот, видите, такая горошинка. Соответственно, я ее прямо сейчас отправляю куда нужно. И лопаю ее во рту. Что я получаю? Микродозировку, смесь эфирных масел, MetaPower. Когда мне нужно ее использовать? Как раз в те самые сложные моменты, когда мне хочется нарушить осознанное свое правильное питание, хочется съесть что-то между приемами пищи, а мы знаем, что, я надеюсь, что все знают, что перекусы – это зло, их не должно быть. То, что вы оставили себе на перекус, съешьте за основным приемом пищи. И вы увидите разницу буквально через месяц, как реагирует ваш организм. Чем больше мы стимулируем выработку инсулина, тем меньше шансов у нас похудеть или вообще держать вес в норме. Итак, с MetaPower мы разобрались. Вообще вот эти горошинки у нас еще и вышли сейчас для перечной мяты и суперминт, смесь суперминт. Я их взяла все, но единственное, я еще вот последние не забрала. Перечная мята, я их пробовала, они шикарные. Суперминт, эту новую смесь, я еще не знаю, пока не могу ничего рассказать, но вот эта штука очень крутая. То есть освежить дыхание, убрать аппетит. Если многие говорят, мне MetaPower, ну, как-то не совсем помогает побороть аппетит. Но нужно понимать, что, во-первых, мы пьем ли воду в достаточном количестве, да, вообще, что там происходит. И если MetaPower не очень хорошо на вас действует, то возьмите перечную мяту. Перечная мята отбивает вообще аппетит. У меня когда болел зуб, я капала себе перечную мяту прямо на зуб, чтобы убрать эту боль. Я, ну, зуб-то уже перестал болеть, я вообще забывала про еду. То есть мне просто не хотелось. Это супер средство, супер лайфхак. Итак, идем дальше. Сейчас я посмотрю, что у нас тут дальше в каталоге интересного. Ну, смесь суперминт. Рассказать про нее пока что ничего не могу, кроме того, что это несколько видов мяты. Японская, лимонная, садовая и перечная. Ну, мне кажется, что это какой-то очень классный бленд. Тоже я его себе заказала, но еще не получила. Я себе взяла прям 15-миллилитровую бутылочку эфирного масла. И вот такие вот горошинки. Так что, как только получу, я обязательно поделюсь. Дальше. Два продукта, которые есть у меня на самом деле уже давно. И это эфирные масла, шалфей испанский и гвояковое дерево. Коротко расскажу про свойства этих масел. Значит, испанский шалфей, он, естественно, добывается в Испании, на юго-востоке. Собирается он очень сложным методом, вручную маленькие низкорослые растения, их серпом прям вырезают. То есть на самом деле большой-большой труд, и
Какой аромат? Где-то есть нотка розмарина, нотку шалфея. Вот у нас есть мускатный шалфей, не похож вообще. Но какие свойства? Это концентрация, это стимуляция наших когнитивных функций. И если вы устали, вам нужно как-то немножко взбодриться, вообще успокоить свои мысли, да? Вот сейчас, ну, темп жизни просто невероятный. И очень часто мы прям мысли, 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 с одного на другое прыгаешь, толком пытаешься изобразить многозадачность. Нет, многозадачности не существует. Мозг может в моменте обрабатывать только одну задачу. Возьмите, подышите испанским шалфеем. Просто буквально одну капельку, а то и меньше, можете просто вот так вот, да, бутылочку по ладони, потому что он очень сильный. Вот, и просто вдыхаем, помедитировать, настроиться на какие-то дела. А на уровне эмоций также нам испанский шалфей помогает побороть ту самую тоску. А ведь тосковать можно по людям, по каким-то делам, по месту жительства, по месту работы. И тоска – это не всегда плохо, но пусть вот испанский шалфей помогает вам трансформировать это больше такое хорошее чувство. По физиологии, если мы говорим про испанский шалфей, хорошо очень успокаивает и убирает различные боли, согревает за счет содержания камфоры здесь в составе. Можно промазывать уставшие мышцы, можно брать с собой на массаж к массажисту. Берем эту бутылочку. Аромат, конечно, яркий, но, знаете, вот продышаться именно этой травой, это очень интересное чувство. То есть я не скажу, что мне он нравится, но я понимаю, как он работает, в каком я дальше становлюсь состоянии. Мне оно очень нравится, поэтому рекомендую. Особенно для тех, кто коллекционирует эфирные масла и не понимает, нужно оно или не нужно. 100% нужно иметь в своей коллекции это масло. Ну и мы знаем, что шалфей всегда используется от кашля. Да, конечно, здесь есть и тот самый эвкалиптол, с помощью которого мы можем также делать себе ингаляции для того, чтобы облегчить дыхание и убрать симптомы кашля. И второе эфирное масло – это просто какая-то бомба, гвояковое дерево. Или то самое дерево пало-санта, которое жгут. И тут мы имеем какой-то аромат, который сложно описать на самом деле, и каждый раз я его чувствую абсолютно по-разному. Сейчас я не чувствую ту самую копченую ноту. Видимо, моему организму она не нужна, нос выбирает какие-то другие химические соединения природные в этой смеси. Что происходит? Если вы знаете, как работает с нами ладан, как работает мира, также работает и гвояковое дерево. Это масло медитации, масло умиротворения. Вот оно именно маслянистое, такое тягучее, потому что все-таки это дерево, смола. Прям очень хочется подышать. Также наношу капельку, разношу по ладоням и делаю себе сухую ингаляцию. Но вот сейчас я, кстати, начала чувствовать эту нотку копчености, она безумно приятная. А еще гвояковое дерево – это сильный афродизиак, и такой аромат больше понравится мужчинам. Также гвояковое дерево обладает сильным противовоспалительным эффектом. Про гвояковое дерево я еще отдельно сделаю пост, потому что свойств огромное количество, я сейчас все просто не перечислю. То есть вот без этого, если вы коллекционируете масла, вам точно будет некомфортно, потому что вас будут спрашивать, есть ли у вас оно должно быть. Дальше по каталогу у нас идет замечательный диффузор Лалус и смесь Island Mint. Значит, такого диффузора у меня нет, я пока его не планирую приобретать, потому что у меня и так уже есть увлажнитель воздуха, помещение у меня маленькое, хотя, конечно, подумываю взять его, потому что это крутой подарок, то есть можно потом просто кому-то подарить. И вот эта вот
Смесь, которая идет с этим диффузором Island Mint, я, к сожалению, не могу с вами поделиться экраном, но в канале есть каталог, я его еще отдельно скину, кто потерялся, потом сможете посмотреть. Значит, смесь Island Mint – это лайм-лимон и мята. То есть, по сути, очень крутое сочетание. Вообще, лайм и мята, вы можете эти масла добавлять по отдельности в воду. Ну, а вот в сочетании смеси, я думаю, что это будет что-то очень интересное, классное. И смесь, она не продается отдельно. То есть ее так не купить, тоже в коллекцию. Вот честно, прям у меня рука подрывается. Возможно, я и дозакажу себе вот этот набор. Значит, дальше у нас идет лемонграсс. Так, я его себе не выставила. Но что нужно сказать про лемонграсс Дотера? Он у нас идет там, с такой с деревяшечкой, с деревянным диффузором. Лемонграсса масло очень прям такое, ну, вы знаете, вот как только эту траву выжили, и вот оно прям масляное. У меня лемонграсс стоит в диффузоре Bubble в ванной, и это потрясающий аромат. То есть у меня нет уже никаких химических ароматизаторов, освежителей воздуха. Я делаю себе воду, наливаю воду в пульверизатор и капаю несколько капель лемонграсса и просто распыляю по квартире. Это такой запах, аромат Таиланда. Кто любит эту страну, чтобы вернуть себя вот в эти воспоминания, в это состояние, я прям очень рекомендую дома иметь лемонграсс. Еще такой лайфхак, я беру фетровые наклейки. Кто не знает, что такое, напишите, подскажу, где купить. Да просто можете разложить ватные диски по всем шкафчикам и накапать туда одну каплю лемонграсса. Вот лемонграсс, его хватает, ну, прям надолго. То есть обновлять не надо часто. То есть, например, какая-нибудь мята выветрится у вас за сутки, а лемонграсс прям будет держаться долго. Так, идем дальше по каталогу. Лемонграсс обсудили. Лицея. Лицея, лицея, лицея. Так, где-то она у меня тут была. Что-то я не подготовилась. Давайте вместе. Сейчас распакуем диффузор Bubble. Беленький. Конечно, я хотела его оставить, может быть, кому-то подарить, но знаете как, все себе. Потому что он беленький, классненький. И так я не могу его вскрыть. Значит, сразу предупреждаю, когда вы вскрываете диффузор Bubble, читайте инструкцию и не выкидывайте коробку, потому что в коробке на дне там есть провод для зарядки. Значит, с Баблом с этим идет сейчас в подарок Лицея. Она очень сладенькая и пряная. Знаете, как будто взяли, может быть, какие-то цитрусы и добавили туда мелиссу. Я вот вчера прям сильно накапала себе на ладошки, и я не могла надышаться. С одной стороны, я не могла сказать, что мне прям как-то сильно нравится, но у меня нос просто не отлипал от ладоней. Я прям, ну, во-первых, вы знаете, может быть, кто-то знает, что лицею просто так у нас тут не продают. И вот когда она есть, ее нужно сразу брать, чтобы потом не жалеть о том, что не успели. Так, я надеюсь, что вам не очень шуршит это все. Не знаю, как его вытащить. В общем, это всегда странно. Эти коробки сейчас я, чтобы вам не шуршать сильно в микрофон. Так, значит, диффузор Bubble. Что это такое? Это такой малыш, который вы можете использовать, ставить в машину, в ванну, в гардеробную, просто в комнату, да везде, на работе. Значит, как работает? Берем бутылочку эфирного масла 5 или 15 миллилитров, снимаем крышку, я просто сейчас не буду, и вот здесь вот открываем заглушку, и вот так вот ввинчиваем плотно-плотно, чтобы ничего не вытекало. Все. Включаем. У нас здесь есть либо normal, он, кстати, даже заряжен, видите? Либо high, то есть количество пшиков увеличенное. Значит, включаем. Он делает сразу пшики. 7 пшиков normal и вот не помню, по-моему, 9, если делаем high, надо посмотреть в инструкции. И дальше он не распыляет эфирное масло до тех пор, пока вы не пройдете мимо. То есть здесь есть датчик движения. Эфирное масло, если у вас даже большая семья и, в принципе, там, ну, какое-то помещение типа ванны,
Ну, на месяц бутылочки вам хватит точно, но вот мне хватает, у нас там семья из двух человек, и с учетом того, что я, в принципе, большую, ну, не большую, ну, в общем, 50 на 50, я дома. Мне хватает примерно на 2 месяца одной бутылочки, и я люблю, вот, как я говорю, лемонграсс, мне кажется, лицей будет просто огонь. Используйте какие-то летучие цитрусовые. Что еще сказать? Ну, его нужно заряжать. Зарядка есть, вот USB, но, в общем, заряжать тоже достаточно быстро. Суперкомфортная вещь. И если вы любите ставить какие-то вот ароматизаторы, жуткие эти, убирайте уже это все из дома, это уже прошлый век. Конечно, сейчас индустрия пользуется тем, что люди на это ведутся, ведутся на ароматы. Возьмите природный натуральный аромат. В общем, Bubble я рекомендую. И если много помещений, прям берите больше, потому что в следующий раз баблы будут, не знаю, дай бог, если, ну, осенью вряд ли, то есть получается только в новогоднем каталоге ждать полгода, ну, смотрите, в общем, Лицея и Бабл, они идут у нас в комплекте, кстати, там очень крутая цена, то есть всего это стоит 4 990, то есть у вас и масло, и Бабл, это прям меня очень сильно порадовало. Так, идем дальше. О, божечки, то, знаете, когда я только это получила, я пищала. Значит, две, точнее, не смесь, вот это смесь Citrus Bloom, а это гордения, чистое масло. И вот именно на гордыню у меня была совершенно неадекватная реакция, потому что это масло ни на что не похоже. Вот это просто вау-эффект. И мы понимаем, что это какой-то цветок, но непонятно какой. И именно цветок, который я вдыхаю, вот как будто я приехала куда-то к маме на дачу. И мне хочется им дышать. И вот сейчас мне уже хочется закончить эфир и просто продолжить им дышать. Это может быть как просто монодухи. Но мы знаем, что все цветочные хорошо расслабляют наши мягкие ткани, то есть это еще и хороший уход за кожей, просто на ночь наносим на лицо. Что еще? Что еще? Цветочные, это, конечно же, женские масла, это и афродизиаки, и это нормализация нашего гормонального фона. И, боже, просто невозможно оторваться. В общем, гордению можно купить отдельно, а можно купить в наборе с цитрус-блумом. Цитрус-блум – это смесь цитрусовых и… Так, ну давайте откроем. Так. Угу. А, у меня просто есть цитрус-блум в формате полноценного 15… Вот оно стоит, 15 миллилитров. Значит, кому понравится цитрус-блум? Тем, кто любит магнолию. И вы знаете, как-то в роллере она даже мне больше нравится, чем в бутылочке. И вот эта вот нотка мягкая, магнолия, такая, ну, мягкая, обволакивающая, вот эта свежесть. Но это тоже будут приятные духи, вы знаете, именно приятные, то есть вы не будете ни для кого пахнуть странно. И то, что мне очень понравилось, я просто в восхищении, вот такой вот органайзер для эфирных масел идет вот в этом наборе. Гордения и Цитрус Блум. Вот они у меня здесь стоят. В общем, вот это вот действительно находка. И для тех, кто коллекционирует всякие штучки от Дотера, прям берите. Боже, как я рада. Вот это вот прям супер. Я очень ждала и осталась супер довольна. Ну, наверное, остается совсем чуть-чуть, вообще, хотя каталог очень большой. Так, значит, смесь эфирных масел шепот, шепот, шепот. Где она у меня? Она у меня лежит в сумочке, а это говорит о том, что шепот так и просится лежать в сумочке. Смесь эфирных масел, такая она афродизиачная, денежная. Там тоже, кстати, есть магнолия, есть пачули, ветивер, вот такие вот обволакивающие, мягкие масла, которые подстраиваются под ваш личный аромат. И к нему, с одной стороны, нужно привыкнуть для меня, но кто-то берет, и вот прям он сразу нравится. И покупают девчонки его из раза в раз и не надоедает. Вот я сначала его не поняла, не оценила,
Но сейчас, вот он у меня там живет в сумочке. То есть это мой персональный парфюм. Так, идем дальше. Угу. Сейчас покажу вам браслет. Вот этот я еще не брала, но, в принципе, очень, наверное, все-таки хочется. Браслетики в Дотерра всегда очень красивые. Вот в летнем каталоге вы посмотрите сами, он яркий. И вот здесь у меня только три шарика вулканической лавы, а там весь браслет состоит из вулканической лавы. А вулканическая лава, она хорошо впитывает эфирные масла, и вы можете прям долго вкусно пахнуть. А с браслетом там идет в подарок клементин, ну или браслет идет в подарок клементину, наверное, так правильно сказать. Клементин – это тоже такая цитрусовая смесь, точнее, это прям фрукт. Что-то среднее между мандаринкой и апельсинкой, и у меня его нет, я хотела бы тоже себе иметь в коллекцию, поэтому, скорее всего, я еще дозакажу. Также есть сейчас смесь чир в маленьком формате 5 мл. Чир – это просто, ну, вы знаете, она называется радость, она и несет радость. Тоже одна из моих любимых, вот тут уже заканчивается. Для меня она пахнет ирисом. Кто любит, кто знает, как пахнет цветок ирис из сада. Вот это он. Пряный и сладкий. Ну, в общем, это 100% он. Я не знаю, как у Дотерры получилось так сочетать различные эфирные масла, чтобы получился тот самый запах, который просто сносит крышу еще с самого детства. Первым делом, если я приезжаю на дачу, я бегу нюхать ирисы. И окунаюсь в классные воспоминания. Так, ну еще у нас всякие брелочки, лимонки, апельсинки в маленьком формате. Брелочки – очень классная штука. Знаете, для чего? Ну, это больше, наверное, для тех, кто в Дотерра партнер. И я прям рекомендую брать такие штуки. Особенно есть маленькая перечная мята, и там бутылочка Дотерра, брелок на ключи. Я ненавижу всякие брелки, ну, просто я не понимаю, зачем вот этот лишний хлам. Но, вы знаете, мне подарили вот эту бутылочку Дотерра, маленькую брелок. И я сразу повесила, и сейчас я вообще не понимаю, как я, ну, вот, я без нее не выйду. Ну, опять же, да, все равно выходишь с ключами. Для меня это такой символ того, что я делаю. И я якорю на это состояние успешности. То есть, когда я проваливаюсь, я держу в руке, в кармане ключи с бутылочкой Дотерра, и я понимаю, что все получится. Все обязательно получится. То есть, это мой такой символ богатства и успеха. И я прям рекомендую вообще всем иметь такой символ богатства и успеха. Если вы просто в Дотерра выступаете как клиент, то... Ну, какой-то себе заведите другой символ, это важно. Так, ну вот смесь мят у нас также представлена сейчас еще в формате с косметичкой. Косметички классные. Так, ну вот у меня тут тоже, сейчас я вам не покажу эту косметичку. Силиконовая косметичка, она прям очень удобно хранить и роллеры. Так, еще есть возможность приобрести коллаген с шейкером, кому удобно. Я пользуюсь дотеровской бутылкой, соответственно, ну, шейкер как бы я себе не брала. Так, есть еще вот такая вот лампа, которая у меня стоит сзади. Обожаю ее. Обожаю Дотерра, ну, вы уже все поняли. Ну, лампа, наверное, конечно, нужна тем, кто так же, как и я, ведет прямые эфиры, то... Что-то рассказывает и хочет, чтобы у вас, чтобы было понятно, где вы находитесь, в какой вы компании. Так, значит, в каталоге есть еще несколько позиций с грейпфрутом, с перечной мяткой, всякие классные подарочки к ним идут. Обратите внимание, лаванда в красивой сумочке. Вот, но основные моменты я вам рассказала, то есть то, что совершенно точно нужно взять, это гордения, отдельно ее больше не будет. Вот вы сейчас возьмете, раскупите ее, и, скорее всего, потом опять будет купить сложно, нужно будет ждать каких-нибудь акционных там подарков и так далее. Так, что еще? Значит, я рекомендую вот эти вот гранулки. Попробуйте все. И мяту, и супермент, и метапауэр. Ну и, конечно же, коллаген и файбер.
Кому нужна помощь в формировании корзины, пожалуйста, обращайтесь. Я помогу, я подскажу вам, что надо, что не надо, в каком количестве взять. И самое главное, как это для вас купить выгодно, чтобы не упустить подарок месяца, например, белый грейпфрут. Напоминаю, подарок месяца до 15 числа. А если вы просто вот присматриваетесь к дотерра, ага, так, взять, не взять, хочу, не хочу, напишите, созвонимся, я вам расскажу, порекомендую, можем встретиться для тех, кто в Москве, можем обязательно встретиться с вами, обязательно. И я для вас проведу аромадиагностику. Ну что ж, завершаем на этом прямой эфир. Я желаю всем классного, яркого, сочного, изобильного лета. И успевайте сделать заказ, чтобы все было в наличии. Всем пока!